еще и разрушается все, пипец. Здорово, братва! Кажется, там эпицентр. Отдыхай. Ой, меня убили. А он меня поднимет? Ё-моё, сколько тут людей полегло. А, не успел. Давай, братва, перевязывай меня. Хилимся, хилимся, хилимся. Да ё-моё. Поднимайте, поднимайте, братва. Поднимай. Ой, опять. А, ёбаный в рот. Лечим, лечим, лечим себя. Да ёб. Я не сдох. Да, мы друг друга просто поднимаем. Мы тут валяемся полуживые, блядь. Блин, надо к этой херне привыкнуть. Я после этого блокпоста уже привык к тому, что тут простенько так все. А тут реально БФ-ка. Тут реально БФ-ка просто пиксельная. Насколько же, ребята, я ошибался, сравнивая ее с Battlefield'ом? Ведь это в корне не так. Но как же так, вы меня спросите? Ведь здесь есть огромные разные карты и маленькие тоже, в зависимости от того, сколько игроков гоняет и какой режим. Разные виды техники, от обычных квадроциклов до каких-нибудь штурмовых вертолетов, танков и БТРов. Разные карты, 4 класса и оружие, и доп. Снаряжение, которое открывается по мере того, как ты играешь и вносишь свой вклад в игру. В прошлом видео по блокпосту вы написали о том, что достаточно затянута была часть обзорная, и после этого уже смотреть какую-нибудь геймплейную часть не так интересно. Сегодня я учел ваши пожелания и решил помиксовать. Сначала вставлять какую-нибудь небольшую обзорную часть, уделяя какому-то аспекту игры внимание, а затем плавно переходить в игровую часть и так несколько раз до конца видео. Считайте, ребята, это своего рода вступлением к этому ролику, а перед началом хочу пожелать вам приятного просмотра и попросить, чтобы вы продвинули этот видосик как только можете. Для этого у вас огромная куча инструментов в виде лайков, подписок, комментариев, а также репостов. Ой-ой-ой, ДТП сейчас будет, бля! Суета! Ну я почти обхитрил всех. Ну а ты куда? Куда ты едешь? Let's go, let's go. Ну? А, парашюта нету, серьезно? Вот это я, конечно, раздаю стиля. Да откуда? Бля, что за место дислокации такое, что у меня за спиной челики появляются? Парашют тут должен быть. Да почему парашюта нету? Я не могу понять, что за хуйня. Тело какое-то побежало в кушарях. Да ёп! Давай, перевязывай меня, браток. Thank you. Перезаряжай. Ай. А, я двоих забрал или кого? Да, двоих я забрал. Да. Я прям в эпицентр прибежал. Машин, правда, нету никаких, а вот это... А вот это рабочая! И она побыстрее. Отсиживаемся. Ну давай, 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 давай. Звук, как будто комар летает такой, сука, огромный рядом со мной, а не вертолет. Ну ладно. Привет. Да ёпта, откуда вы взялись? Братулек меня тут не поднимет. Ну ладно. Ой, я кого-то хлопнул. Падает, 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 сука! Ебаш! Алло, диспетчер, блядь, мы падаем, падаем, сука! Идем, ребята, идем, идем, идем в атаку. Так легко умереть, это просто ужас. Да ёб! Да два, помогайте! Давай.
Ебашь эту вертушку! С4 разблокировал, ё-моё. Вот это да. Привет. Пиздец! Не отмансовался за дерево. Откуда меня хлопнули вообще? Почему я так не вовремя перезаряжаюсь? Это... Надо отучиваться от этого. Это очень дурная привычка на самом деле, ребят. Ух, блядь, снаряд в миллиметре от меня летит, сука! И я прыгнул на мину, нахуй. Хочешь, покажу пенис? Давай, брат, давай, 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 давай. Don't kill, блядь, я умираю! Весь отряд из-за меня умер, нахуй. Ха-ха-ха, блядь. Пиздец. Давай. О, меня вяжут. Я думал, это свои. Чисто на чили челики такие валяются. Так, это суицидное. Надо было туда с ней забегать сразу. Ебать здесь бойня, конечно. Блять. Пиздец там прилетело. Thank you. Храни тебя Господь. Браток, будь готов, мы врываемся. Привыкни к аппарату, нахуй. Не топи ты! Ты чё? Обороняемся это, в этом домике, блядь. Кто-то идёт. Фу, ебать. Граната, сука! Ещё. Вы охуели столько гранат закидывать, блядь? Я чё вам сделал такого, суки? Блядь, почти третьего завалил ещё. Соси хуй. Пошел нахуй, соси хуй. Я тебе ебло разбил, как только ты свою морду показал в комнате. Этот пристройка нахуй не нужен. Ну а теперь давайте плавно перенесемся в рубрику о наболевшем. Я не буду делать вот эти вот все постепенные обзоры, которые сделали уже до меня месяца 2-3 назад. Но для начала, это первая игра, в которой я могу нормально, без лагов, с хорошим откликом поиграть в режиме 127 на 127. Такого даже в батле нету. Самый важный аспект этого жанра — это регистрация урона. Иногда она хорошая, иногда она отличная, а иногда ты от нее хочешь плеваться и разломать свой компьютер нахуй. Я наиграл в BattleBit около 4 часов, и я достаточно много раз сталкивался с тем, когда у меня очевидно не регистрируют попадания, но регистрируют их у противника, который начал стрелять позже меня. Первый раз 10, когда ты так отлетаешь, ты списываешь это все на свои кривые руки, в то, что ты вообще по противнику не попал, а он вообще был где-то за спиной и так далее. Но потом с каждой такой нелепой смертью ощущение того, что ты low skill и тебя убивают просто потому, что ты кривой, уходит все дальше и дальше. Да, стрельба не самая моя сильная сторона, но все же попадать я как бы иногда умею в кого-то и могу, поскольку я не слепой, различить, когда реально попал по человеку и когда не попал. И в завершение вот этого вот типа микрообзора моих впечатлений за 4 часа игры, я во что, блять, играю? У меня арма, Unturned, Battlefield или что я, блядь, вообще скачал. Сеттинг и игровые приколюхи из Battlefield, стрельба из Unturned, а такое запредельное море реализма, хуй знает вообще откуда при такой маленькой игре. Да, в ролике я нарезал прикольные смешные моменты с экшоном, каким-нибудь действием, где я стреляю, в меня стреляли, и я упал в лужу, а потом из этой лужи на мину и так далее. Но львиная доля невошедшего материала состоит из того, что я сижу по КД в окопе и, сука, обматываюсь бинтами до посинения. Обматываюсь ими до тех пор, пока они у меня не закончатся, и я не поймаю очередное кровотечение, и потом улечу на спавн и так по новой. Там говорят, еще можно новую броню открыть, так она нахуй не нужна, если у тебя просто 100 слоев бинтов по всему телу. Но самый главный прикол этого реализма состоит в том, то, что тебе дают на одну жизнь около 5-6, может быть, рожков для того, чтобы заряжать свое оружие, которое ты
никогда за одну жизнь не потратишь. Зато бинтов, которые тебе понадобятся в огромном количестве, даже если ты только вышел после дислокации и ты уже ловишь кровотечение, тебе дают всего 3 штуки. Да, вот такой вот реализм. А те, кто летает на каких-нибудь вертолетах, им нахуй не нужен парашют. Вот так вот считает эта игра. А в остальном игра неплохая. Можно зарубиться с друзьями, voice chat добавляет мемности. Соси хуй, хаби-дуби-ди. Ебать твой волосатый кринжин, нахуй. Kill me somebody, I'm medic. Kill me, долбоёб. Thank you, though. Уже смотришь, ты не туда воюешь, пойдем за мной. О, курева шматка. Я спасу тебя, брат. Хаби-ди-би-ди-би-ди. Ну-ка, 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 еще надо снаряд дать. Ох, блядь! Хорошо попал, хорошо. Ох, хорошо попал. Я с РПГ в чела лучше навожусь, чем со снайперки. Ё-моё, это как? Yeah, I love shocker people. Как я его... Как я его не убил? Его разорвать должно было пополам. Вы чё, ребята? Это как? Я сейчас убью всех, блядь! Блядь! Почти! Я почти их завалил, сука! Блядь, куда я попал, сука? Я не хочу умирать! Я заебался бинтоваться, блядь! Почти мину, блядь, поставил! Я вас всех взорву, приду! Говорит, расслабься. Нет. Все, я знаю, что мне делать. Оп, тело. Его разорвало нахуй просто. Бедный чел. Меня ж тут никто не найдет, правильно? Мы установили бимбу, надо пойти оборонять бимбу. О. О, ноу! Блять! Ебашьте! У меня один клеймер остался, ё-моё. Ну ладно, хрен с ним. Don't leave me here! I got you, homie! I got you, homie! Не смей умирать! Блять! Блять! Долго регало, кстати. Подними, подними, подними! Хаби-ду-би-ду-би-ду! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Блять. Бывает. Ладно, давайте в мясо пойдем. 64 на 64, посмотрим. Хаби-ду-би-ду-би-ду! Куда ты там целишься, ты? Ну ладно. 64 на 64 будет битва долгая. И карта это мне... Ну, мне придется с ней помириться. Мне придется как-то понять, как на ней двигаться и куда. Что там у меня по снаряжению? Может попробовать АК-15 хотя бы в этих условиях? Так, основной прицел. Вообще никакого нету прицела. Вы что, серьезно? I got you, homie. Не умирай, слышь? Еще и в голову умудрился. Как? Ох, блин, повезло. Куда ты лезешь? Что ты шкеришься? Воюй, сука! У меня один магазик остался, ребята. Так, ну тут уже надо умирать, потому что у меня все, у меня патроны кончились, а челики не хотят делиться. Славянский разрыв. А у меня, подождите, в смысле умирать? Не-не-не, у меня еще остались РПГ снаряды и пистолет, все нормально. Главное только мне верно распорядиться, ребята, да и все, дело в шляпе. Вот сюда, паркур, 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 пробегаем. Как я выживаю, я не понимаю, зато у нас все точки захватили. А у меня кровотечение, ребята.
зашел на ту территорию, где я как раз себя, ну, просто могу спокойненько убить. Я стрелять здесь не могу. Вообще никак. Куда ты там вылез стрелять, по-моему, дядя? Хил, 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 плиз. Хил, я. Храни тебя, Господь. Домой, на. Ух, двоих, ёбаны-бобаны. Ребята, а я еще одну, пожалуй, закину. На удачу. О, не туда полетела. Готов. Да ну не зависай, дядя, я чуть не застрял в ступеньках. Выжить любой ценой, ребята. Братва, я послан вам с небес. Ну вот, как пришел, так и ушел, как говорится. Че, задавил кого-то? Готов. Заряжаемся и быстро-быстро за этим москитом, блядь. Я уничтожил его, нормально, нормально, нормально. Опа, джип поехал. Уничтожить нахуй всех. Прикольно на технике кататься, мне нравится. Остановите на остановке, пожалуйста. Нихуево. Не, ну здесь я насасываю по самые гланды. Посмотрите на мой счет, 9.15. Нахуй не делают такие спавны, где ты спавнишься и тут же умираешь. Потому что у тебя уже где-то рядом челик бегает, который захватывать собирается территорию.